Всем привет! Сегодня я нахожусь на 14-м дне этапа закрепления по диете Дюкана и хочу поделиться с вами своими результатами. Так как я не рекламирую ни себя, ни то, как я выгляжу, я вам покажу пример на одежде, которую я носила. На заднем фоне находится моя юбка, которая показывает большой размер, который был размер моей талии. Сегодня это у меня размер моих бедер уже. И так как она уже как бы сидит низковато, мне пришлось залезть в свой шкаф. И я вам честно говорю, я вот эту юбку, которая лежит сверху, я, наверное, уже не могла в нее влезть лет 10. Но так как хочется верить в чудеса, я ее сохранила. И сегодня я хочу сказать, что вот это мой размер живота. Вы можете посмотреть, насколько это отличается. Так что для тех, кто хочет похудеть, пожалуйста, попробуйте диету Дюкана. Она действительно работает. Это не просто реклама. Это хорошая, даже скажем, не диета, а хороший стиль жизни. В дополнение хочу сказать. Я зашла на YouTube и сам интернет и хотела посмотреть, или люди делятся своим третьим этапом диеты. И хочу вам сказать, что я нашла очень-очень-очень мало информации. Наверное, многие бросают после этапа атаки или чередования, или просто ленятся. Я вас прошу, для тех, не ленитесь, а выкладывайте свои результаты, свои идеи в интернет, так как многие люди хотят посмотреть и продолжение вашей жизни. Всем всего хорошего, до новых встреч, пока!